на определенные положительные результаты, которые достигнуты в 2017 году, я смотрю, мягко говоря, сдержанно, потому что вижу их реальную цену. ВВП вырос, но не компенсировано падение даже 1-16 года. Еще нужно карабкаться вверх на 4%, чтобы выйти хотя бы на значение 2014 года. Госдолг растет быстрее, чем экономика. Погасили 2 300 000 000 долларов, а взяли почти 3,5. Закредитованность реального сектора растет. Упаси вас Господь даже думать о том, чтобы переложить это на бюджет. То я часто стал слышать разговоры о фискальных рисках. Если это вы меня плавно готовите к тому, чтобы за счет врачей и учителей оплатить бесхозяйственность предприятий, то лучше сейчас прямо скажите об этом. Идите домой отдыхать. Предприятия сами должны зарабатывать деньги и платить налогами в бюджет –